24 апреля свою грамотность проверят все, кто считает чувашский родным. Завтра пройдет акция «Тотальный диктант по чувашскому языку», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню чувашского языка. Написать диктант можно на нескольких площадках. В Чувашском государственном педагогическом университете, на историко-филологическом факультете, в Республиканском институте образования и в педагогическом колледже имени Никольского. Также будут организованы дистанционные платформы. Трансляция диктанта пройдет в прямом эфире на волнах 105 FM и 72.41 УКВ Национального радио и на официальном сайте Национальной телерадиокомпании Чуваши. Начало мероприятия в 13.00. Бланк для написания диктанта можно скачать на сайте Института гуманитарных наук.